Депутатом муниципалитета от «Патриотов России» останется Марина Полякова. Ярославский облсберком не отдал депутатский мандат Александру Цветкову. Напомним, спор вокруг мандата в стане ярославских «Патриотов» разгорелся после того, как лидер партийцев Александр Цветков не попал в новый состав областной думы, а Ирина Кулькова, по совместительству теща Цветкова, отказалась от депутатства в муниципалитете. Горосберком своим решением отдал освободившийся мандат педагогу Марине Поляковой, которая находилась в одной территориальной группе с Кульковой. Однако патриоты рассчитывали на другое решение. Они подали жалобу на действия городской избирательной комиссии. Во вторник состоялось заседание облсберкома, а он оставил в силе решение городской комиссии.